Доброго вечора, як завжди, все час обіти опозиція в студії Юрій Борщ. Гучний скандал розгорівся в Харкові в зв'язку з концертом Ірини Білик, яка виступила в рамках благодійного гала-концерту, організованим співорганізатором якого був благодійний фонд «Фенікс». На сьогодні в гостях президент цього благодійного фонду Ірина Євтушенко. Вітаю вас в нашій студії. Давайте ми будемо розбиратися від початку, що це був за захід. І, я так розумію, це був конкурс, багатожанровий конкурс, і квінтесенцією цього конкурсу був гала-концерт, який відбувся минулого вівторка. Ну, детальніше більше розкажіть, взагалі, про цей ваш івент, ваш захід, який він вже щороку ж проходив в Харкові. Щороку. Наші фестивалі проходять ежегодно, вони проходять два рази в год, проводяться відборочні тури. І к концу року ми завжди проводимо гала-концерти. Гала-концерти ми проводимо, обычно завжди приглашає звезду, для того, щоб наші юні дарування могли мати обмін опитом, попити на одній сцені. І сцени ми вибираємо достойні. Тобто, це і зали Юракадемії були, і зал оперного театру був, и сейчас зал филармонии. Вы понимаете, талантливые дети, они же должны как-то развиваться, они должны к чему-то стремиться. Идея, в общем-то, была заложена в том, чтобы дети могли стремиться к чему-то лучшему, и мы с вами, взрослые, могли посмотреть на наших творческих детей. Очень много детей, проходя наши конкурсы, потом добивались больших успехов, становились участниками телепроектов «X-Factor» и «Голос дети». Они тоже присутствовали на концерте. Многие из них победители детского Евровидения. Они тоже были на концерте. Ну, сейчас я могу только сказать, что для меня это, наверное, большой урок. И, наверное, большая обида на тех людей, которые все-таки не разглядели в нашем концерте доброе, светлое, а увидели каких-то злых, алчных, наживающихся на детях и прикрывающихся детьми. Ну, дивіться, давайте ми розкажемо глядачам, ті, хто не знає про цю ситуацію. Ірина Білик виступила в рамках цього концерту, але все ж таки це було три пісні, як потім воно було з'ясовано в рамках вашого фестивалю. Це була договоренность, ніхто не обіцяв 10 пісень, ніхто нігде не писав, що це буде сольний концерт. Везде було написано «Парад Зірок». Що таке «Парад Зірок»? «Парад Зірок» предусматривает несколько учасників. Люди, приобретающие билеты. Я посмотрела на эти билеты. Я просто, когда ко мне подошли с претензией, не могла сразу понять, в чем дело, потому что я, ну, буквально с операционного стола, то есть два дня после операции я приехала на концерт, потому что я не могла не приехать на концерт, в котором участвуют мои дети. Приехала уважаемая Ирина Николаевна, приехал Валерий Чигляев. Ну, вы понимаете, ну, то есть я приехала прямо с больницы, я сбежала там на пару часов, обратно потом вернулась. Они мне показывают билет, я им говорю, ну тут же написано «Парад Зерок». Но вы не обратили внимания, что парад, слово «парад» – это значит многочисленное участие участников. Гала-концерт – это тоже праздничное мероприятие с участием многих звезд. Я був присутнім також на цьому фестивалі, на цьому концерті, в якості глядача, бачив цю ситуацію ззовні, скажімо так, внутрішньо бачив, як це розвивалася подія тоді в Харківській філармонії. Ну, якщо бути повністю об'єктивно, давайте ми зараз подивимося на один слайд, на скріншот з інтернет-білету. Мабуть, тут не так досить добре видно, можливо, глядачам. Ну, що там зазначено? Зазначено про те, що відбудеться 12 ноября 2019 року в Харківській обласній філармонії состоїться концерт народної артистки України Ірини Білик. Далі йде інформація про цю зірку, потім йде також, що на сцені, окрім Ірини Білик, буде Григорій Чапкіс та Валерій Чигляєв. А також на сцені Харківської філармонії будуть зажигати победителі відборочних турів конкурсу «Самфара Фест» «Парад зірок» зі всієї України, півці, танцори, кінематографісти і циркові артисти. Тут ось така у нас є інформація, в принципі, об'ємна. Може бути, якщо б поставили містами наоборот,
написали, что гала-концерт участников фестиваля, а внизу поставили Ирины Билык, но таким образом мы бы оскорбили артиста, вы понимаете? У нас принято артиста, который у нас очень уважаемый, который у нас самый титулованный, самый известный, на всех афишах ставить крупным планом, писать о нем информацию и мелким шрифтом уже о том событии. Ну, вы посмотрите на все афиши, которые пестрят по Харькову. Даже если идет по 1+1 уважаемым мной каналу. Я вообще обожаю этот канал, всегда смотрела, теперь смотреть не буду. Тоже врут. Но у них же, когда они показывают «Голос дети», они же детей показывают. В последнюю очередь они крупным планом. Тину Кароль, Сергея Бабкина. Они же звезд показывают крупным планом. И вот таким маленьким шрифтом какие там участники. Ребята, ничего нового. Я не выдумывала никакого велосипеда. И умысла кого-то обманывать не было. Все харьковчане знают, что это за мероприятие. Ну, давайте еще анонс, раз. Извините, так. Анонс был, помимо того, что это была афиша. Ну, мы можем зараз вывести на экран еще афиши, які були перша варіант. Ось така афиша. Да, это, зрозумію, це не була затверджена Ірина Білик. Вона не була утверждена Ірина Білик, да, они прислали фото другої афиши. І наступна афиша, це та афиша, яка була, зокрема, претензія. Ну, вона була... Претензія, да, що вот там написано Ирина Билык, и там написано парад Зирок, и написано международный многожанровый фестиваль. Там все, вся информация, ну, для тех, кто составляет афиши, и для юристов это понятно, что в афише должно быть место, время проведения, обязательно кто организатор и что это за действо. Здесь написано парад Зирок. Ну, понятно. Ну, я опять хочу вернуться к тому же. Но скажите, пожалуйста, когда мы идем в магазины, написано молоко, мы же все-таки читаем, коровье это молоко, соевое молоко. Или это какое молоко? Почему вы не смотрите, если парад Зирок? Ну, поинтересуйтесь, позвоните, пожалуйста, продавцам билетов. Мы не являлись продавцами билетов. У меня нет претензий ни к интернет-билету, ни к филармонии. Потому что они сработали, ну, мы не можем продавать билеты, мы обратились по организации всего концерта в филармонию. Филармония, в свою очередь, нам помогла во всем. Провести международный фестиваль, организовать нам концерт. Заключили договор с интернет-билетом. В информации, ну, нигде нет сольный концерт. На сайте филармонии зайдите, пожалуйста, до сих пор висит точно вот такая же, как на интернет-билете. Там вообще более емко написано. Я хочу зауважити, написано гала-концерт, Зирок, и уже за участью Ирины Билык там у них написано. То есть дивіться, хочу зауважити один момент, який ви щойно сказала, про те, що афіши були затверджені безпосередньо артистом або представниками артиста Ірини Білик. Да, директор Ірини Білик, я йому відправила аудіо-відеорекламу і афішу. Вони утвердили, і, знаєте, як би в підтвердження цьому весь Фейсбук пестрить фотографіями з дітьми, ну, дуже нелицеприятними. Ну, обратите внимание, вони стоять з тою же афішою, которую утвердил артист. Артист бы не подписывал, автограф не ставил на ту афишу, которую он не утвердил, или по этому бы поводу... Я чому роблю такий акцент саме на афіші? Тому що це і претензія була, мабуть, головна і є сьогодні людей, тому що вони показують цю афішу, розміщують в своїх соціальних мережах, говорять, що ось Ірина Білик і таким ну, чином... Ну що, Ірина Білик. Ну от завтра, ви знаєте, в Харкові проходили концерти, везде було написано Андріана Челентана. І от такими небольшими буквами... Ну, трибют, трибют, трибют это да, вы понимаете, это разные вещи. Но если вы видите афишу, и у вас сомнения возникли, вы пошли в интернет-билет. Да, билеты, еще вопросы по цене. Я вам скажу так, уважаемые зрители, дорогие мои, билетов по 1200 было продано в кассах интернет-билета максимум 5 штук. Максимум. Я просто сейчас не взяла выписку полностью с проданных билетов. Я очень признательна тем зрителям, которые не возмутились, досидели до конца за эти деньги. Это ваш вклад в творчество детей, которые очень талантливы. И я думаю, наш Харьков будет гордиться этими детьми. В ближайшее время вы будете к ним ходить за автографами. А все остальные билеты проданы были от 200 до 350 гривен. Якщо у відсотках, це скільки, напевно, це я вам скажу, орієнтовно. Вообще продано билетов было половину зала, меньшую половину зала. Остальную половину зала заняли участники, многодетные семьи были приглашены, дети-атошники были сами участники АТО приглашены, люди с ресоциализацией были приглашены, льготный контингент и родители.
Они были с детьми, они их поддерживали. Бабушки, которые вот ТСН говорит, вот пришли к Чапкису, хотели так хризантемы ему вручить. Дорогие мои зрители, был прямой эфир, посмотрите, кто вручал хризантемы и кому вручали. Это бабушки и дедушки пришли вручать своим внукам хризантемы. Поэтому обманывать зрителя нельзя, Это нехорошо. Щодо Григория Чапкіса, який в сюжеті, є это в афіші. Це большое недорозуміння. Я просто зауважу, дехто просто не знає про цю ситуацію. Його, він був заявлений в афіші, да, на концерті, але він не виступав. Да, чому так відбулося? Так, його не було. Я вам скажу, афіша – это сама афиша, само мероприятие планировалось еще в августе месяце. Я созвонилась, списалась сначала с Григорием Николаевичем, написала ему в Вайбере, потому что не могла дозвониться, он то ли за рубежом был, не могла дозвониться, ему написала в Вайбере, он мне ответил, я указала полностью, куда мы его хотим пригласить, зачем мы его хотим пригласить. Он мне ответил, что да, он тронут, и попросил перезвонить в телефоне, мы с ним все обсудили. Он себе в ежедневничек, он сказал, записал, говорит, накануне, пожалуйста, мне позвоните, потому что я занятой человек, могу, и возраст у меня уже такой, могу приехать, могу нет. В связи с тем, что я лежала в больнице 5-6 числа, мои сотрудники обзванивали всех членов жюри, потому что я уже не могла этим заниматься, я реально 5-6 уже находилась, как говорится, не с ними. Они позвонили, он им ответил. Наверняка он просто не понял, о каком фестивале идет речь. Может быть, еще что-то. Летом мы еще с ним созванивались. В общем, мы ему позвонили, он сказал, 12 число, это будет день. Он профессор 2 вузов. И в связи с тем, что он занят, он просто приехать не сможет. Плюс возраст, он неважно себя чувствует, готовится к своему юбилею. Он очень уважаемый человек. Я вам скажу, неоднократно был на фестивалях. Мы с ним очень раньше общались. Каналу «Дубль-Сурдин»... Я думаю, он просто не понял. Он просто не понял, о каком фестивале идет речь. Вечером в 9:30 он мне позвонил. Я ему ответила, говорит, вы мое еще отчество знаете. Я говорю, Григорий Николаевич, я говорю, конечно знаю, но мы же с вами встречались и общались, и хотели вас видеть на фестивале, но вы же так ответили. Я не помню. Вот его ответ. Вы понимаете, я не хочу, это моя недоработка, может, по поводу Чапкиса, я себя не снимаю вину. Возможно, мне нужно было самой подняться прямо там после операции, все-таки набраться сил, и ему позвонить и самой убедиться, будет он или нет. Но мы до последнего дня его ждали и не убирали ни с афиш, ни, то есть мы как бы прекрасно знаем этого уважаемого человека. Он, я же еще раз говорю, он неоднократно приезжал на наши фестивали. Хедлайнером концерту була Ірина Білик заявлена. Білик, да. І вона після цього скандалу, який виник в зв'язку з продажем квитків, на думку, і з концертом несольним, на думку тих, хто ці квитки придбав, вона опублікувала пост в Інстаграмі, в якому фактично там було звинувачення організаторів, хоча вона не зазначала, хто саме, і говорила про те, що це не дошка позору мій Інстаграма, але все ж таки, там такі були речення щодо... Фактично, це було звинувачення, що в алчності, в жадібності до грошей і таке інше. Я вам скажу, алчність, жадність к деньгам, мабуть, буде у каких-то звезд. Повірте, коли приглашаєш звезду на дитяче мероприятие, зная доходи, расходи звезд, уважаемых, неуважаемых, ви обращайте внимание, якщо це дитяче мероприятие, заявляйте і, мабуть, соответствующее какое-то участие в цьому. Чигляєв був безплатно, Черарусо с Италии человек приехал, бесплатно был. Ирине Билык, да, небольшую сумму, небольшой гонорар, но мы оплатили техрайдер, бытовой райдер и проживание мы тоже оплатили. Я не знаю, афишу согласовывали, рекламу согласовывали, что она имела в виду под этим всем. Ей, наверное, было просто неприятна сама ситуация, что вокруг ее имени возник скандал. У меня к ней претензий нет. Знаете, что хорошее было? Это было лучше даже то, что она пела 3 песни. Самое лучшее, это то, что Ирина общалась с детьми. Она с ними настолько много времени провела, она больше провела с ними времени, чем она была на сцене. Она с ними фотографировалась, она им советы давала, она рекомендации им давала.
Она пообщалась с племянником Людмилы Марковны Гурченко. Очень много уважаемых людей было, которые там были в зале и подходили к ней, и она со всеми общалась. Я не знаю. И тогда звониться я им не могу. Зараз у вас контакт с Ириной Билок, с директором Ирины Билок, он отсутствует? Я вам скажу так, он не то чтобы отсутствует, у меня нет желания общаться. Ну вот нет уже у меня желания общаться. Дело в том, что пост уже вышел в свет, на всех телеканалах Украины, на ленивом только канале, наверное, не будет информации. Все остальные озвучили, так как это видят 15 человек, 18, которые ушли из зала. Никто не поинтересовался мнением зрителя, который остался в зале. Никто не поинтересовался мнением родителей, участников фестиваля. Вы знаете, самое обидное другое. Наш фестиваль действительно ежегодный, очень многие СМИ знают, что он проходит, мы звоним на каналы, приглашаем, придите на наш фестиваль, придите, посмотрите на отбор, посмотрите на наших участников, на наших звезд, никто никогда не приходит. Все мотивируют тем, что это неинтересно, больше надо горячих каких-то пирожков. Ой, ну тут скандал был. Слава богу, о нас теперь заговорили, может быть, в плохом свете, ну теперь о нас знают. Суть претензії, я так розумію, що я був присутній також при цій ситуації, бачив, що ви спілкувалися з обуреними глядачами. Ви надавали свій там телефон і говорили про те, що можливо якась компенсація, якого роду це може бути компенсація, і як ви комунікуєте зараз з цими людьми? Я вам скажу так, коли я їм дала телефон, на наступний день, спустя там пару днів, ніхто мені не дзвонив, ніхто не писав. Як тільки вийшли вже на ТСН і везде новини, начали писать мне вайбер и говорят, что я трубку не беру. Но это неправда. Пару раз трубку брал мой сын, потом муж брал трубку, потому как я была в больнице, то у меня капельница, неудобно говорить, то, в общем-то, я в этот момент находилась в стационаре. И, естественно, телефон находился либо дома, либо я, в общем-то, не имела... Но телефон всегда был включен, я его не отключала. Это во-первых. Во-вторых, я им сказала, я выясню с юристами, как мне можно сделать так, чтобы, во-первых, выяснить вообще ситуацию, какая проблема, ну, почему вот, что. Мне мои юристы подготовили информацию и говорят, что возврат билетов производится по законодательству Украины только в трех случаях. Это отмена мероприятия, замена мероприятия. Ой, третьего сейчас не помню, но что-то такое тоже, но у нас не было ни замены, ни отмены. Ну, мабуть, если заявленный артист не выступает, и так уж повертаются... Нет, там нет об артистах, там о самом мероприятии. То есть заявляется мероприятие, вот отмена какого-то мероприятия, там нет замены артиста, или там этой строки нет, там три пункта, но сейчас уже не помню. Дело в том, что я как бы готова вернуть, но благотворительный фонд может принимать благотворительные взносы. С реализацией билетов, деньги, которые поступают, мы обязаны эти деньги, они целевые, мы обязаны их израсходовать только на благотворительные цели или на оплату тех расходов, которые связаны с проведением мероприятия. Других у меня нет возможности. Я не продавец билетов. Как мне вернуть деньги? То есть есть одна форма. Напишите заявление на выдачу вам материальной помощи, я вам на 250 гривен, которые вы потратили на билет, выдам материальную помощь. Ну, можливо, еще одна форма, коли, якщо, я так розумію, що люди, які... Перспектива по-дальшому. Я так розумію, що поліція сьогодні не розглядається вже питання, тому що воно лежить в цивільній площині. Так, це гражданско-правове відношення. Діло в тому, що я предложила некоторым, і не тільки я предлагала, філармонія предлагали, работники філармонії, говорять, давайте ми вам компенсуємо, дадим другі білети, либо на білет Ірини Білик, от у нього буде сольний концерт. Ну, і говорять, ні, верніть деньги, я не можу денежні, ну, я їх не отримала, я їх і возвращаю. Ну, ще один шлях є, це за рішенням суду, якщо ви будете благодійний фонд буде позивачем і буде змушені, мабуть. Якщо це буде ваше, вона доведена. Чи готові ви сьогодні, у нас часом так багато залишається, чи готові ви до судового розгляду цієї справи, тому що вона вже вийшла така, можливо, це скандали вщухне, а можливо, люди, які обурені, вони будуть далі відстоювати свої інтереси. Якщо вони вважають, що вони не хочуть займатися благотворительністю, і купивши білет, вони не хочуть допомагати талантливим дітям, пусть обращаются в суд, ради бога. Фемида нас рассудит. Ну, я не боюсь судебных разбирательств. Почему? Потому что я не нарушала закон. Нигде, ни одним словом, ни умыслом, ни поступками мы не
нарушали закон. То, что человек захотел увидеть, он увидел то, что он увидел. Но, к сожалению, надо и читать, знаете, говорят всегда, читайте ссылки. Треба бути уважнішим, безумовно. Ми також, щоб бути об'єктивно, надаємо цю площадку для людей, які вимагають певні, мають певні претензії до організаторів цього концерту. Якщо у вас є своя точка зору, також можете прийти в студію, і ми з вами обговоримо цю ситуацію. Нас... Желательно, щоб ви пригласили учасників, і все-таки то більшість людей, які в кінці концерту кричали нашим дітям «Браво!» і зал стояв стоя. И таких было больше. Но почему их никто не зовет? Пригласите. Я зараз, Ирина, мы хотим быть объективными, потому что телеканал «Симон» – это канал объективных новин и объективно поданной информации. Поэтому все, кто имеет другую точку зору, будь ласка, запрошуємо в студию до диалога. На сегодня в гостях была Ирина Ятошенко, президент благодійного фонду «Фенікс». До побачення. Наступного.